Богохульное преступление раскрыли полицейские Туркестанской области. Двое 18-летних безработных похитили деньги из ящика для пожертвований. Металлический ящик они вскрыли с помощью монтировки. Добыча оказалась небольшой – всего 50 тысяч тенге. Полиции подозреваемые заявили, что хотели украсть больше и думали, что их не вычислят. На преступление не шли подготовленными, убедившись, что видеокамер поблизости нет. Однако стражи порядка провели необходимые разыскные мероприятия, задержали злоумышленников. Проводится расследование, если вину подозреваемых докажут, то им грозит штраф около 3,5 миллионов тенге, либо лишение свободы на срок до 3 лет. В Жетсайский районный отдел полиции обратился сотрудник мечети о краже денег из ящика для пожертвований. По его словам, ночью неизвестные вскрыли стоящий перед мечетью металлический ящик и похитили из него деньги. Получив информацию, оперативно прибывшие на место происшествия стражи порядка провели необходимые разыскные мероприятия и задержали их. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье «Кража». Автомобиль без госномеров задержали полицейские Туркестанской области. Сотрудники Центра оперативного управления Департамента полиции Туркестанской области посредством камер видеонаблюдения установили автомобиль Toyota Camry на одной из центральных улиц Туркестана, который передвигался без государственных номерных знаков. Полицейские немедленно задержали водителя. Как выяснилось, за рулем находилась горожанка, в отношении которой составили административный протокол за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Автомобиль направили на штрафстоянку. В тот же день выявили другого водителя, двигавшегося на автомобиле с тонировкой, также нарушившего ПДД. Водителя БМВ привлекли к административной ответственности уже по 2 статьям. Видеонаблюдение ЦОУ позволяют оперативно реагировать на предупреждения правонарушений, следить за порядком в общественных местах, а также пресекать факты нарушений правил дорожного движения.